Здорово, дружище, рад тебя видеть. Привет, Эларик. Я слышал, ты разобрался со всеми своими проблемами. Теперь никаких долгов, никаких обязательств, да? Ага, а еще никаких денег и никакого корабля. Есть в этом и плюсы. Никаких проблем с багажом. Все мое на мне. Ну, подходящий момент, чтобы начать жизнь с чистого листа, не так ли? А мне как раз нужен напарник для хорошо оплачиваемого задания. Корабль я тебе дам, старичок, конечно, но пару полетов до регламентного ТО переживет. Нужно проводить пару рейнландских ребят из Берлина в Бисмарк. Платят хорошие деньги. Интересно, с чего бы рейнландским ребятам нанимать охрану для перелета из одной своей системы в другую? Впрочем, корабль, говоришь? Ты не оставил мне шанса, Фал. Вот и договорились. Корабль ждет тебя в ангаре. Осмотри, все ли с ним в порядке, и взлетай. Я буду ждать тебя в космосе. Thank you.